хотели видеть лучшую свою страну. Они хотели видеть лучшее для своих детей. Они хотели видеть лучшее для своих родителей. Они хотели гордиться своей страной. И каждый из них знал, что в нашей стране есть такие возможности и есть такое будущее. Прошло всего лишь 9 месяцев для того, чтобы понять, что тот квартет, который пришел к власти, стал настоящей похоронной командой для нашей страны. Тот самый квартет, который набросил стальную удавку тарифов на всех наших граждан, от младенцев до пожилых. Та самая похоронная команда, которая лишает наш народ не только настоящего. Этот квартет лишает наш народ нашего славного прошлого, нашей великой победы, доказывая, пытаясь доказать, что мы народ, который ни на что не способен. Еще раз скажем этим властям: отставка, демиссия! Демиссия!